Цены на лекарства взлетят из-за подорожания импортного сырья, сообщает «Коммерсант». Ряд позиций подорожал по сравнению с прошлым годом на 40-100% из-за девальвации рубля и необходимости приобретать вещества через посредников. Подорожание сырья, из которого делают лекарства, через несколько месяцев приведет к росту стоимости самих лекарств. Напомним, порядка 80-85% российских препаратов производится из импортных субстанций.